А вот он, вот мой красавчик! Привет, 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 дорогой! Что? Черт! Сегодня мне предстоит супер ответственное мероприятие. Это собеседование всей моей жизни. Ну что, по форме я готова, рубашечка, юбочка, все хорошо, да и мозги вроде... Время-то капец, я же опаздываю, опаздываю! Быстрее, быстрее, быстрее! Так, пуговицы, блин, дурацкие пуговицы, ну-ка, одна пошла, пошла. Фух, давай еще следующее. Так, блин, главное не опоздать, главное не опоздать. Мамочки, мамочки. А это у нас что такое? Вау, вот это размерчик. Блин, найти-то теперь в чем? Капец. Право нет, налево нет, все чисто. Оп-оп-оп, поправляем. И хоть туда, хоть... Привет, ребята, я так рада вас видеть. Каждый вечер, все 3 месяца летних каникул. Убери, пожалуйста. Спасибо, я ждала этой встречи с вами. А как я скучала по урокам физкультуры. Особенно зимой, помнишь? Да. Первые 2 особенно, когда это так классно. Спотеем такие 2 часа, поднимаемся в гору, а потом остальные 4 урока сидим. Да, Ульянка? Это мы не могли предположить, да, Мани? Мучизойко. Давай, кушай давай, не бойся. Иди кушай. Да, ребят, вы уже все видели, а я еще ничего. Да, вот так-то намного лучше. Платьишко. Капец, блин, нежданчик. Аня, ты где? Ну все, я готова покорить парней. Так, еще один момент. Не особо. Вот теперь другое дело. Ладно, я пошла. Оль, представляешь, он меня позвал на пробежку. Да, да, тот самый Андрей. Да, он такой красавчик, я не знаю, что я сейчас делать. Я уже оделась такая, собралась идти. Представляешь, а убрать-то некуда вещи, что делать? Хотя у меня есть одна идея. Ну что там, доктор? Уже началось? Фух, как я боюсь.